Короче, ребята, такая ситуация. Отец попал в аварию, хотят сделать его вот за этот мэр, чтобы он отвечал. Хотя у нас молодежь ездит же по встречке на светофоре. Он заканчивал поворот, он оттуда выезжал, а тот по встречке. Есть видео у нас, скоро появится, как он 130-150 топил. Вот разделительная линия. Он по встречке выходил и врезался. Чтобы мы чуть-чуть понимали, что он по встречке двигался. Вот мы зафиксируем эту ситуацию. Теперь хотят пенсионера сделать, короче, виновным, что вот этот мэр без номеров топил безбожно. Сейчас заснимем. Номеров не было у машины. Тачка в офигенном состоянии. А летела, улетела, короче, ударила еще Субарик. Отсюда снимем. Вот разделительная линия. Идет прямо на пол. Пол капота. Даже на капот на весь. Чтоб увидели. А тут вот начинается уже. Родственные связи. Коррупционные схемы. Я не ехал. Он отлетел и ударил Субарик, короче. Субарик тут стоял.